Крупнейшая промышленная выставка на территории СНГ. В эти дни в Узбекистане проходит Иннопром «Центральная Азия». На площадке проводят переговоры, подписывают соглашения, ищут поставщиков и презентуют свою продукцию сотни компаний. Сразу 12 производителей продуктов питания приехали на закупочную сессию. Перед этим глава региона встретился с представителями крупнейшего дистрибьютора национальных сетей розничных продаж Belton Trade Incorporated. У нас свои собственные склады, своя собственная логистика. Насчитывает более 200 машин. Также мы гордимся нашим партнерством с крупными мировыми брендами, как Nestlé, крупными российскими производителями, это Русагра. Сотрудничество ульяновцев с дистрибьютором обеспечит широкое распространение товаров на территории Узбекистана. А это более 17 тысяч торговых точек по всей стране. Среди потенциальных закупок наших продуктов – сыры, минеральная вода, крупы и мука. Руководитель компании по производству сыров Элла Глебова отмечает, они давно хотели начать сотрудничество с Узбекистаном. На выставку привезли выдержанные сыры из овечьего молока, пекарина и манчега. Мы хотим работать не напрямую с сетями, мы хотим зайти сюда в дистрибьюторский канал, чтобы закрывать не только сети, но и канал хорика и оптовые поставки. А сориентироваться на иностранном рынке ульяновским компаниям помогает корпорация развития предпринимательства. В прошлом году на Иннопроме удалось подписать соглашение с компанией, которая занимается ритейлом строительных материалов. На базе компании заработал торговый хаб, где ульяновцы продавали каменные мойки, межкомнатные двери, котлы и мебель. За год работы наторговали на 100 миллионов рублей. Мы определили различные группы товаров, которые хорошо пошли, некоторые не стартанули. И сегодня наша задача, уже выходя на следующий уровень, а именно в формате Иннопрома, мы рассчитываем подписать контракт с нашим партнером ключевым Kohlberg Group, который как раз занимается дистрибуцией на территории Узбекистана ряда товаров строительных, в сегменте строительных материалов, мебели, предметов, интерьер межкомнатных дверей. Задача на этот год – привлечь еще 10 компаний и, соответственно, увеличить продажи до 300 миллионов. Не оставили без внимания и промышленный сектор. Губернатор провел переговоры и посетил предприятие «Узавто Моторс Пауэртрейн». На площадке производят бензиновые и битопливные двигатели. Узбекским коллегам представили потенциал ульяновских заводов, среди которых Димитровградский пружинный завод и Симбирский крановый завод. У нас несколько предприятий, которые выпускают промарматуру для нефтехимии, для нефтяной отрасли, для газовой. Плюс осваиваем сейчас производство подвижных насосов. Мы посчитали, что было бы неплохо наладить с вами взаимодействие. В результате прорабатываются возможности поставок различных компонентов двигателя, в том числе алюминиевого литья, пружин, пластмассового литья, вкладышей для двигателя. Коллег Алексей Русских пригласил посетить с ответной встречей наш город и поучаствовать в форуме «Сделано в Ульяновской области», который пройдет в мае. Анна Тищенко, Юрий Конихин, Улправда ТВ.